Да, ничего не делаю, сижу дома, скучаю. А ты что делаешь? Как же так? А мне она ничего не сказала. Гулять? Да, давай, конечно, погуляем. Все, хорошо, встречаемся через полчаса. Понятно, Виолетта Вентиляторовна. Спасибо, что позвонили. Я сейчас с ней обязательно поговорю. До свидания. Мама, можно я пойду погуляю? Куда гулять? Какие прогулки? Мне, между прочим, сейчас твоя учительница звонила по биологии и сказала, что ты вообще не была готова к уроку. Да, мам, она столько задает. Это все нереально выучить. Всем реально, а тебе нереально. Короче, Тома, Виолетта Вентиляторовна тебя пожалела и двойку не поставила в этот раз. Завтра она будет тебя спрашивать. Бегом иди готовься. Ну, мам, ну давай я потом получу. Я погулять сейчас хочу. Все, пока к биологии не подготовишься, никаких прогулок. Нет, не видела. О, вот, нашла. Ладно, я пошла гулять. А ты, кстати, что весь день дома сидишь? Там погода хорошая, не хочешь пойти погулять вместе? Да, я бы с удовольствием, но мне нельзя. Почему это нельзя? Да нам по биологии столько задали. Еще и училка позвонила маме, пожаловалась, что я не была готова к уроку. А я уже здесь 10 раз все перечитала и ничего не понимаю. Все понятно. Строение тела человека. Это ваша учительница Вентиляторовна точно от тебя не отстанет, пока все не вызубришь. Да это нереально все выучить. Ну да, сложно, но возможно. Я знаю, как тебе помочь. Да? И как ты мне сможешь помочь? Ладно, мне придется сбегать в магазин, но я быстро, а ты пока учи. Зачем в магазин? Шоколадку, что ли, купить не хочет? Пришла. Вот, смотри, что я тебе принесла. Ух ты! А что это? Это такие прикольные журналы. Вот, смотри. И тут к каждому журналу приложены детали тела человека. Классно вообще! А где ты это все взяла? Да они сейчас в каждом киоске продаются. Вот сбегала и купила. Круто! Давай откроем? Давай. А что это, интересно, такое? Надо почитать. Тут еще комикс, смотри. Ой, я обожаю комиксы. Круто. Про что, интересно? Теперь я точно лучше всех буду знать биологию. Классные журналы. Том, а давай попробуем все это открыть и собрать. Посмотрим, что у нас получится. Давай. Смотри, смотри. Я знаю биологию. Ла-ла-ла. Вот, мозг готов. Надо поместить его в череп. Все, готово. Маш, смотри, какой зубастик получился. О, прикольно. Том, смотри.
Если собрать все эти детали, то получится макет тела человека высотой целых 130 сантиметров. Почти как ты ростом. О, классно! Я хочу его собрать! Как это сделать? Ну, можно покупать журналы в киосках, а можно оформить подписку на сайте, и все журналы будут приходить прямо к нам домой, по почте. Дети, чем занимаетесь? Да так, ничем. Мам, а хочешь сюрприз? Закрой глаза. Да, хочу. А это что такое? Это нам по биологии задали. Потом объясню. Все, закрывай глаза. Ну, ладно. Раз, два, три, открывай. А, хулиганки, откуда это у вас? Это Маша купила. Нет, мам, я тут ни при чем. Я эту купила, чтобы Тома биологию изучала. Она решила тебя напугать. Ну, Тома, вечно ты придумаешь. Вот садись и учи свою биологию, чтобы завтра пятерку получила. Ну, пятерку я завтра точно получу. Теперь я поняла эту тему. Ой, Маш, я отправила Марине фотку, и она сказала, что такого же хочет. Как подписаться на эти журналы? Подписку она может оформить на сайте humanbody.centuria.ru. Что там дальше? Том, скажи, пусть лучше зайдет в описание под этим видео, и там будет ссылка на сайт. Хорошо! Подписаться. Все, мам, я выучила. Можно пойду погуляю? Ну, сначала я проверю, как ты выучила, а потом пойдешь гулять. Садись, рассказывай. Выучила. Ну ты молодец, Тома. Вот теперь иди гуляй. Круто!